Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, это на канале Князь, не знаю вообще, наберет это видео хоть какие-то просмотры или не наберет, вот, но тем не менее попрошу тебя поставить с самого начала лайк, потому что сегодня хочется немножко поэкспериментировать. Ну как поэкспериментировать, да, на самом деле уже целая куча, я думаю, гайдов, там и сагильдийцы, там всякие варианты тоже там описывали, как эту всю херь проходить, но я решил сегодня вспомнить про героя, о котором я уже давным-давно забыл, и попробовать именно им пройти те уровни эпической, скажем так, битвы, или как это называется? А, ну, эпическая битва, которую у меня не получалось пройти. Мы будем сегодня вспоминать про такого героя, как Огнекрыл. Мне подписчик скинул своего Огника. Я попробую пересобрать своего, опять же, Огнекрыла и пройти. Смотри, я просто забыл про... Я не знаю, мне вот просто захотелось именно такой тактикой попробовать, как бы, я хер знает. Мне скинули, я пробую. Вот, в принципе, больше ни на какие там еще варианты я не рассматривал. Если сейчас не получится, попробую какие-то другие варики. Ладно, посмотрим. Смотрите, мне скинули, типа, Огник с Бастионом и с одним тут интересным питомцем. Да, но только у меня Бастиона нету. Потому я, наверное, возьму его и вместе с вами выбью. Хотя, может быть, там и хорошо бы, знаете, что пошло? Хорошо бы пошло и огненная защита, хотя вряд ли. Вот. Посмотрим, давай, Bust, just for fun. Приколимся, смотри, дар жизни падает. Еще раз огненная защита. Хотя, блядь, может быть, у меня на складе есть Бастион, но это вряд ли. Это вряд ли на складе, наверное, только новые герои. Да, ребят, лайки-то поставьте. Ёпту, я очень редко такие видосы записываю. Так, да и вы там, наверное, уже эту эпическую битву прошли. Один я торможу. А, у меня есть Бастион. Херли я тогда новое. Давай, заменяем. Возьмем. Правда, там мне подписчик не скинул, какие у него там созвездия. Вот. Единственное, что он мне скинул, это чару. Чару придется тоже менять. Так, прокачиваем Бастион на максимум. Выставляем тут питомца. Так, сейчас вот этого вот. А дальше. Что еще интересно хотелось бы? А, в принципе, эмблемы. Эмблемы мы ставим проклятый доспех. У меня есть даже 9-й. Снаряжение. Тут победный выпад. Ну, тут как бы так и так уже давным-давно надо было менять. Менять это говно. Это, скажем так, уже давно, ну, устарелая чара. У меня там, блядь, вообще 80% героям надо чары менять. Я все не могу добраться. А, вот, недомогание. Даже ролить не придется, да? Подожди-ка. Чтоб я сейчас другому герою не поменял. Снаряжение поменять. А, заменить. Так, окей. Судя по тому, что... Ага. А, ну давай здесь уклон попробуем выбить. Чтобы левел у нас поднялся. Так. Кстати, смотри, 2 атаки выпало. А вот уклон... Кстати, может быть, у меня и не получится даже выбить уклон. Ай-ху-ху! Смотрите, сразу вылетел, да? Сразу вылетел уклон. Короче, у нас теперь недомогание... 6 уровня. А, дальше, ну, в принципе, и все. В принципе-то и все. Давай посмотрим. Я вот сейчас более чем уверен, что у меня ни хрена не получится. Ну, вот. Вот почему-то я уверен, но давай. Нельзя ослабить эпического героя. Так, после сражения. Ладно. Давай, 108 осколков, друзья. Вызов. Ставим нашего Огнекрыла. Так, ну давай начинаем. Выставляем его. Смотрим, что из этого получится. Мне кажется, он откиснет, улетит нахер. Смотри, тут мясы. Но ему, походу, точность нужна была. Да, а не уклонение. Хотя, смотри, 20% здоровья ему снял. Ой, и Огник улетел. Да, если бы ему у него точно стояло бы, он улетел быстрее. Хотя, опять же, понимаешь, если бы у него стояла точность, может быть, он успел бы долбануть. Ну, как бы,
Я вам скажу так, что, ну, типа, не алё, да, там, с первого раза не убить. И даже я там еще понимаю, если бы мы взяли и там отняли бы ему половину хп, тогда еще куда ни шло. Ну, вот это, ну, улучшит навык. Ну, вот там, типа, человек писал, вот, что с таким вот огником прошел. Да, ему тут и судьбу тоже поднять не могу. Этих камушек как раз не хватает. А, что делать? Что делать? Этот питомец каждые 5 секунд наносит урон в размере от атаки всем летающим юнитам противника и замораживает их на 2 секунды. Когда морозный дракош в игре, он позволяет своим вблизи отражать 18 полученного урона каждую секунду. Подожди-ка. Стой. У нас в эпической битве, что у него? У него нету... Так. У него отражение какое-то было. Герой увеличивает свою скорость атаки, уклонение. Герой обладает иммунитетом к молчанию, состояние бедства. Становит нанесённого урона в виде здоровья. Нахера тогда проклятый доспех огнику? Скажите мне, пожалуйста. Ну, типа урон поднять? Ну, я не знаю. Я могу ему поставить... Могу поставить ему выживание. Могу ему поставить. Давай вот это. Бастион. Ну, сейчас он должен себя показать, по идее, получше. Об отражении-то он вроде не должен никакого умирать. Или я где-то что-то пропустил, ну да, проклятый стоит. Ну, как бы, давай. Еще раз огника. Мисы. О-о-о-о-о. Нормально глушат. А, хотя, смотри, огник вроде... Сука! Это говно отхилилось, понимаешь? Мы не успеваем его долбануть. Это говно отхиливается. Но он и огника убить не может, да? То есть огник тоже отхиливается. Может, точности нам побольше бы. А! Прошел, ёпта. Все-таки прошел, видишь. Рандом наше все, друзья. Рандом наше все. А тут уже как бы вопросы, да? То есть... Угу. Блять, вот это вот, чё этот талант, сука, делал? Чё этот талант-то делал? Так, сюда заходим. Энциклопедия талантов. Новый талант. Какого там у него уровня, наверное, 10-го. Уменьшает получаемый урон на 70% и ограничивает получаемый отраженный урон до 5000. Вот это интересная штука, конечно. Я его могу ослабить за 150 самоцветов. Так-то. Давай, ослаблю. А, это что у него? У него просто вот таланты, вот эта херь. А подожди, давай протестим. Вообще, в принципе, есть смысл уменьшать. То есть, ну, 150, 250. То есть, я как бы его выбить намного дороже, чем взять там эти 130 осколков. Подожди, уровень у него уменьшается или что? Да, у него уровень уменьшается и талант. Ну, давай, родитель, давай, блядь, тебе по полной, сука, трахну. Сейчас я тебя уменьшу. Я тебя на ноль умножу, понимаешь? Это вот так вот. Я тебя на ноль умножу. Давай, берем своего супер огнекрыла, смотрим, что из этого получится. Смотри, Стос, ну, по идее, должен его сейчас просто без каких-либо смазок. Без смазок вообще его сделать должен. Видишь, мясую. Но опять же, наверное, если бы уклона не было. Ой, слушай, я ему что-то вообще ни хера не отнимаю. Что-то вообще не пробиваю. Что-то пробиваю, но как-то слабенько. Знаешь, 20% здоровья снимаю, и все. Огник опять же тоже до половины хп доходит и чаурио. Вот сейчас они походу реально тут отстоят по полной программе.
Ну. Порочный пакт ему, что ли? Мне вот сейчас, мне просто даже вот самоцветы ради видоса потрачу. Уже, конечно, взять, использовать какого-то другого героя. А, так, на отражение ему похеру. Давай проклятый доспех. Блять, вообще, мне кажется, точности надо. Хотя, может, это точности не спасет. Давай проклятый доспех. Вот сейчас глянем вообще. Огнекрыл выживет. Вообще классно, когда у нас появилась локация, там тебе типа один на один, да, там фигачится. Давай. Блядь, 400 самов. Ёб твою дивизию. Ну вот, когда обнулится время, я надеюсь, этот дебаф мой за самоцвет это не пропадет. Если огник сейчас будет выживать, то это очень круто. Да, сейчас, соответственно, мы больше хп снимаем. Мы уже доходим где-то, ну, 40% хп снимаем. Но огник у меня не выживает. Ему еще отхил, наверное, рубит. Да, смотри, как он попал. Вообще без хп стоит. О, успел отхилиться. Но тут опять же рандом. Да. Огника захуесосили. Ладно. Ладно. Но да этот как бы вариантов-то особо не вижу. Но, допустим, управление рунами. Подожди. Поменять. Че. Проклятый доспех. Проклятый доспех. Ну, да, надо еще чем-то же его убивать. И это я его ослабил на все самоцветы, друзья. Это я его ослабил. Подожди, кого можно попробовать? Можно мастера рун попробовать. Но опять же, мастер рун у меня тут стоит как бы с огненной защитой. Огненная защита ему как бы нахер не упала. Давай мастера рун ради интереса. Или космос все-таки. Ну, космо отлетит. Нет, тут вроде и проклятый доспех. А, ну ему и не надо. Он об отражении не скиснет. Ремка тоже. Давай ему. А так вот проклятый доспех. Слушай, интересная херня. Так, где этот питомец? Так. Вот вы, наверное, ржете. Вы же все там, наверное, уже прошарены. Вы знаете, чё, кем кто проходил. Вот. Давай. Купить по 600. Вызов. Попыточка у нас 600. А, ну видишь... А, хотя я хотел, пожалуйста, что мне огнекрыл маленького прорыва, но нет, он не маленького. Эге. У меня тут еще говночара стоит. На космо. Давайте ему что-нибудь поставим. Что у меня есть? Какие у меня заготовки есть? Что-то из новенького-то есть? А, давай ему тоже недомогание сунем. Открыть. Так, и заходим. Благо лучше будет, чем раскаленный доспех поменять. Заменяем созвездие. А тут, а, ну тут да, тут у нас, да, тут у нас сильно не разбежишься. Ладно, давай попробуем. Да, недомогание шестое не сделаешь. Давай, ладно. Начать. Что будет вообще? Мы без ремки. Ну, включился он быстро. Но он, считай, у нас без отхила. Ну, по идее, должен вырубить, если космо он быстрее не долбанет.
А он вообще его в полный стан, грубо говоря, ввел. Плюс еще это говно летающее морозило. Ну и в принципе мы типа прошли. Но опять же мы ослабленного прошли. Тут у меня уже другой вопрос. Вот если бы я не ослаблял этого говноеда за самоцвета, я своим космо прошел бы его или нет? Ну все, типа. Теперь заходим сюда. У нас появились осколки. И я его могу распаковать и даже, грубо говоря, сделать первую эволюцию, да? Да. Распаковка и первая эволюция. Ну вот как-то так вот. Как-то так вот, друзья, короче. Вот немножко даже что-то там потестили. Это редкость для моего канала. Хотите почаще такие видосы видеть на канале? Ставьте лайки, пишите об этом в комментариях. И напишите, каким образом. Ну, вот именно те, кто прошли, да, пожалуйста, а не то, что, типа, я посмотрел его Андрюхи Рылева, вот он там брал то-то, то-то, понимаете, я могу сам Андрюхе написать и спросить, там, помоги, как эту херь пройти, он мне поможет, да. Мне интересно мнение тех людей, которые, во-первых, прошли, и которые, как бы, не будут мне там, посмотри у этого, посмотри у того, еще что-то. Если бы мне было интересно, я бы спросил бы сам, да, написал бы. Но мне вот хотелось, грубо говоря, поковыряться. У Андрюхи там, наверное, 500 гайдов уже выпущено, как это там проходить, и вот это вот все. Вот, мне интересно именно какое-то ваше мнение, какие-то интересные варианты сборок, да, вот, какие-то вариации героев и так далее. Вот, а пересказывать мне, кто что там, какое видео записал. А хотя что, по сути, у нас-то два ютубера только осталось по битве замков. Уран ушел, Медевин это Медевин. Вот, то есть Андрюха и я, грубо говоря, остались. Больше никого не знаю, кто еще что-либо снимает. Потому просто говорю, мне интересно именно, как вы проходили. Вот, не надо мне там рассказывать, куда идти, что посмотреть и так далее. Вот. А, все. Все. На этом все. Да. Ну, ты еще здесь? Ну, уже все. Ладно, дружище, и пиши, как тебе вообще понравилась эта локация, не понравилась? И, кстати, хотелось бы задаться вопросом, а как часто это событие, это же событие у нас, не локация, как часто это событие у нас будет появляться? Если это будет на манер того, как было сделано с линии обороны, что оно появляется только раз в месяц, тогда это, наверное, грустно и скучно. Хотелось бы, чтобы это появлялось еще и с другим героем. Короче, да, не хотелось бы, чтобы это было как с линии обороны, а потом как линия обороны взяла и пропала. Да, и на ваши вопросы сразу отвечу. Я не ебу, когда появится линия обороны и появится ли она вообще. Всем удачи и пока.